Сборная Чувашии по маунтинбайку завоевала серебро на чемпионате России. Чемпионат страны в олимпийской дисциплине кросс-кантри прошел в Ижевске. Эстафетные велогонки в столице Удмуртии собрали сильнейших спортсменов со всей России. Дистанция для велогонщиков была непростой. На скорость они преодолели более 4 километров. Первыми финишную черту пересекли представители Санкт-Петербурга. Второй результат у пятерки наших земляков. Третьими пришли спортсмены из Москвы.